Утренний кофе с молоком и сахаром. Доброе утро и хорошего дня. На завтрак у меня будет 2 домашних яйца и помидор. В общем, всем приятного аппетита и мне тоже. Приятного аппетита! Всем привет! Добро пожаловать на канал, в новый влог. У нас утро дождливое, мы по делам. Я вам всем желаю отличного дня, хорошего настроения и приятного просмотра. Мы сейчас по делам закупиться в магазин за мясом, не забыть съездить. Я вчера 3 часа убила, на ногти выстраивала четкий квадрат. В общем, с одной рукой я быстро справилась, со второй очень долго. Ну, понятно. В общем, поехали. Так, водитель со мной, я сегодня с водителем. Всем привет! Всем привет! И ладно, поехали. У меня натуральный освежитель воздуха в машине. Вот такая вот лаванда. Пошевелишь ее так. Какой аромат идет. Да, погодка у нас. Лаванда с Хорватии привезенная. А, ну это с Хорватии, да. Угу. Привезенная с Хорватии. Пошевелишь. Ой, как она пахнет. Ароматно пахнет. Да, хорватские. Жаркие дни. Напоминает нам жаркие дни хорватские. Тут где-то мой молодой петух стоит. Я упал вроде. Ну здесь. Вчера сидела, тренировалась, сделала четкий квадрат, сделала специально нюдовый, чтобы потом наносить любой цвет. Немножко он себе поранил аж. Ничего, получилось хорошо. В прошлом видео я рассказывала, что я сдавала пластик, тару, бутылки. И они стоят 25 центов. Хочу сделать поправочку. Мы были в магазине, закупались, купили воды. И мы заплатили за воду в этой бутылке. Плюс еще 25 центов мы тоже заплатили за эту бутылку. И когда я иду их сдаю, то я возвращаю свои 25 центов. В общем, это мои деньги, которые я уже заплатила. Вот, как-то так. Все, вроде бы это самое. А то потом могут не понять, скажут, о, можно бутылки собирать. Нет, мы уже за них заплатили, я их вернула. Свои 25 центов. Что у нас с погодой сегодня? Дождь идет, прическа никакая. Идем дальше. Нам нужно сейчас в турецкий магазин проехать. За мясом. Мальчики, гуляем. Гуляем, мальчики. Дышим свежим воздухом. Пока дождя нет. Наслаждаемся. Сейчас, подожди, я тебя отпущу. Сейчас он смс-ки тебе поставляет. Пойдешь, будешь читать. Ой. О, Саша идет с кофе. Ричи, Ричи, ты куда? Кто там, Ричи? Ай, узнал. Я домой хочу. Этот самый первый. Стоит уже, ждет. Смотри, дверь открывается. Стоим, стоим, стоим. Куда? Куда? Откройте, откройте. Вообще-то тут Ричи хозяин. Давай. Пустите меня, пустите быстрее. Две крыски. В магазине я не снимала, вот с турецкого, и в магазине Lidl мы делали закупку. Сейчас разложу, покажу. А в турецком вот купила такую паприку зеленую.
Вот такие вот перцы зеленые. Хочу сделать фаршированные перцы. Они такие аккуратненькие здесь. Вот прям один к одному. Почем они у нас здесь? По ойра 49 каждая упаковка. Так, купили сердечки и печень. Килограмм 3,99. Килограмм. И мясо еще взяли. Что тут в мясе? Мы брали фарш. Фарш, потом телятину, гуляш. И Саша брал еще говядину. Кусок говядины 10 евро, там 9,59. А телятина килограмм 13 евро. И фарш 10 евро тоже килограмм. Вот такой красивый фарш. Колбаска такая. Вот такие вот цены. 13, 10 и 10. А, и 4 вот. 3,99. Так, ну а это уже Lidl. Закупка примерно 45-46. Куда-то я чек делала, не могу найти. В общем, взяла вот такие вот красные перцы для салата. Морковку 2 килограмма. Булочки на завтрак. Такие вот беру с семечками. Цельнозерновые. Темный помол. В общем, вот такие полезные булочки. А взяла фарш свиноговяжий, потому что Саша покупал баранина и говядина. Вот. Я взяла такой вот. Полкилограмма, 4 евро, 3,99. Бекончик на завтрак с яйцами. Бананы. Вот такой вот взяла. Сыр. Брынза. По-моему, так называется по-русски. Соленый сыр, вот этот вот, греческий. Колбаска и сыр, это на завтрак. Вот такой вот тертый сыр. Молоко, соль, овсянка, авокадо. Такие вот два йогурта взяла. Творожная помазка на хлеб. Багет для Давида. Любит он багеты, вот такие вот с супом. Или вообще вот так вот просто пожарить его. Ну, то есть запечь в этой духовке в нашей маленькой. Спагетти. Вот такой вот взяла ополаскиватель для белья. И стеклоочиститель для окон. Вот такая вот закупка была. Сейчас это все разберу. В холодильник разложу. Вот такой вот у турков мясо. В общем, мясо у них всегда свежее и хорошее. Сколько раз покупали. Говядинка вот такая, аж мраморная. И фарш тоже. Ну какой. Смотри, какое мяско. Ух. Кусочек. Конечно, дороговато. Но зато знаешь, что покупаешь. Всегда свежее. Ну так вкуснее. Когда порезанный лук вкуснее. Конечно. Будет вкусная самса. Сюда еще добавляешь. Вот такая у нас есть приправа, да, для фарша, для фрикаделек, да, для фарша. Ну там все, зира, кумин, кумин, как зира, и все приправы здесь, короче. Угу. Соль, перец. Тесто уже готово, лежит, отдыхает. Замешивалось в термомиксе. Добавляем немножко масло растительного. Все. Угу. И с любовью перемешиваем. Я это люблю. Ну-ка расскажи, покажи, как ты будешь делать. Ребята, вот так вот делается. Вот ложка.
Берем ложку специальную, да? Надо этот. Вот так вот. Укладываем. Немного, она пропечется хоть? Пропечется. Я сама это первый раз вижу, так что мы все вместе это видим, да, первый раз. Потом берете вот так вот все. Оп, 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 оп. Как получается, короче. Оп, оп, оп. Это оп, точно самса? Оп. Мне кажется, она самса. Была... Самса. Она была, это, треугольная какая-то. Треугольная? Когда мы заказывали, да. А зачем нам треугольная? Вот так берешь ее. Оп. Вуаля. Не знаю, я вообще первый раз... Чуть-чуть меньше давай раскатывай. А, чуть-чуть меньше? Ладно, буду сейчас. Я, в общем, катаю, Саша лепит. У нас тут семейный подряд. Я вообще не поняла, в чем прикол. В общем, я катаю вот такие вот кругляшки. Лепешки. Все правильно. Две ложки. Берем кисушку, кладем туда тесто, укладываем фарш. Да. Еще лайфхак. Курдюк бараний. Угу. Туда. Раз, два. Берем жир. Ты это пометь, где будет курдюк, чтобы мне он не попался. Угу. И просто вот так вот скручиваем. Да, просто скручиваем. Угу. Как этот, как его? Угу. Скажи, я тебе скажу. Как, вот так. Грузинский, как он называется? А ну-ка, скажи. Хинкали, во! Видишь, чуть-чуть меньше. Примерно вот такого размера, средний. Что-то они разные. Ну, потому что я не знала, сколько тебе нужно теста, отрезала много. Ну ладно, все, будем лепить. Духовку разогреваем. Смазываем яйцом. Еще один сделаем. А куда ты его сюда? Подвинуть? Посыпаем вот этим вот кунжутом, да? Куда? Что, раздвинуть? Тут тебе места? Не, сразу? Раздвинуть не хватит. Подложить а куда ты его? Нигде? Куда подложить? В руки мне. В руках будешь держать. В духовке. Да. Не, давай вот тут вот. Надо включить. О, красота какая получилась. Давай тарелку. Так, этот был, да? Ну, вон, на, щипцами. Вижу, так, переворачиваешь. О. На, щипчики есть же. Тебе тоже давай? Один мне. Маленький, который без... Без этого курдюка. Переворачивать его, ну, надо? Да. Во. Красота. Я это назад в духовку поставлю, чтобы чтобы оно тепленькое было. Ну, они там высохнут. Да? Потом. Ну, ладно. Ну, накрыть не надо или накрыть можно? Накрыть. Будем пробу снимать. Я вот сделала салат. Здесь у нас помидор, огурец, красный перец и зеленый перец и листья салата. Оливковое масло. Вот с этим ножом. А соус не сделали? Ну я не знаю, это ничего не говорю. Ну вон я салат сделал. Ну-ка. Ничего. Ух. Вкусно. Приятного всем аппетита. И нам тоже. Приятненького. Да? Салатик, пожалуйста. Вот. Мне кажется, так красивее, когда она будет перевернута. Да? Как хочешь делать. А так вот. Вот так вот. Что, вкусно? Очень вкусно. Сочно.
правда, очень вкусно. Можно так почаще делать, чтобы не в сковороде жарить, как чебуреки, беляши и такое вот, а вот в духовке. Да? Красота. Саша молчит, потому что он кушает. Ну, правда, очень вкусно. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, ты ей пожелай. Баю-бай, обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком все темнее, утро ночи мудренее, глазки закрывай, баю-бай. Должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень. Скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай. Все, скушал. Таблеточку тебе дала. Скушал, все. Нету больше ничего. Все. Че ты смотришь на меня? Таблеточку скушал свою. Ой. Че? Ой, мы сейчас так поспали. Да. Скажи, мы так поспали. У нас был сон-час. Зажгла свечу. И мы что-то так уснули прям. Да, Ричи? Я прилегла, что-то протрогла, одела кофту, такая укуталась. Он рядом со мной. Ой, и вырубились. Вдвоем. Надо идти гулять, что-то так неохота выходить. Ой, сейчас пойдем. Еще не проснулась. Что у нас на улице? На улице у нас пасмурно. Был дождь. Может, поэтому так и спится. И холодно. Прям холодно. Прям осень-осень. Что-то вообще не хочется идти на улицу. Ну что, пойдем на улицу? Или ты тоже не хочешь? Или ты тоже не хочешь, как и я? Ладненько. Я уже, наверное, буду заканчивать свой влог. Пойду себе сейчас порядок приведу. Сходим на улицу, прогуляемся. Самса получилась. Ой, какая вкусная. Но в следующий раз мы будем делать ее другим способом. Не таким
попроще. Сделаем треугольнички и не будем переворачивать швом вниз на лист, чтобы сок не выбегал, а оставим наверху шов. Вот, и сделаем треугольниками. Посмотрим. И запекать будем не на 200 градусов, а на 180. Это было на 200 градусов 40 минут. 40 минут мы оставим, а сделаем поменьше градусы, 180. Да. В общем, будем искать золотую середину. Но вкусные, очень вкусные. Вот этот вариант мне больше нравится, чем на сковороде их в масле там купать. Вот. Так, время, да, время, нужно идти гулять и дальше заниматься делами. А на сегодня я уже с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч, увидимся в следующем влоге. Пока-пока.